Владимир Владимирович Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто гриб, грабь, гроб, груб, ветром опита, дом обута, улица скользила, лошадь на круп грохнулась, и сразу зазевака-зевака, штаны, пришедшие кузнецким клюшить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь, смеялся кузнецкий. И лишь один я, голос свой, не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу, глаза лошадиные, улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска, плеща, вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо, лошадь, слушайте, чего вы думаете? Что вы их плоши? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке? Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла? Да только... Лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок пришла веселая, встала в стойло. И все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило.